Всероссийская акция «Ура победе» стартовала 23 февраля этого года. Данная акция проводится уже на протяжении 5 лет. Старт ей был дан к 70-летию Великой Победы. Суть ее заключается в том, что можно позвонить на бесплатный номер 1945 и услышать песни военных лет, ежедневные сводки с фронта, рингтоны с военными песнями. Кроме того, можно узнать подробности о самой акции. Для прослушивания мобильного сериала «Этот день победы» нажмите 4. Для... Советского информбюро. 8 мая 1945 года войска 1-го Украинского фронта после 2-дневных боев сломили сопротивление противника и овладели городом Дрезден, важным узлом дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев в Саксонии. Сводки примечательны тем, что они ежедневные. То есть проигрываемое сообщение соответствует реальной исторической дате. Если вы наберете номер 8 мая, то будет зачитано сообщение от 8 мая 1945 года. Так их можно слушать ежедневно, с каждым днем, будто приближаясь к победе. Присоединяйся к акции «Ура победе!».